Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня для любителей криптовалюты я хочу поделиться с экраном CryptoLotus. Ну, так называется, 3 в 1. Здесь мы будем собирать биткоин, лайткоин и догикоин. Регистрация здесь наипростейшая. Вам на почту придет письмо. Нужно пройти по ссылочке, подтвердить электронную почту. После чего вход по имейлу, по электронной почте и паролю. И чтобы зайти в аккаунт, вам нужно опять же зайти на почту. Мне приходили все письма в спам. Нужно ввести 6-значный код. Это как бы защита, аутентификация. Вводите этот код, попадаете в аккаунт. Чтобы отключить этот код, эту двухфакторную защиту, нажимаете вот здесь, у вас как бы будет ваша аватарка. Нажимаете вот сюда аккаунт. И вот здесь двухфакторная защита, да? Я ее отключила, так как здесь вывод прямой на FaucetPay. И инстантом здесь воровать, в принципе, нечего. Зашел, собрал криптовалюту и сразу идет на кошелек FaucetPay. Далее, чтобы приступить к работе, нужно зайти вот на эту оранжевую вкладочку. Нажимаем и прописываем свои криптокошельки, адреса, привязанные к микрокошельку FaucetPay. Биткоин, Dogecoin, Лайткоин. Нажимаете «Save». Опять же, вам на почту придет письмо. Здесь все, почта должна действительной быть. Все через почту. И подтверждаете то, что вы как бы сменили кошельки. Здесь я зарегистрировалась, друзья, несколько дней назад. Хотела как бы собрать, у меня не получилось. Потом я подзабыла немножечко об этом кране. И вот опять я вернулась. Значит, опустимся ниже. Здесь есть группа на Facebook, Twitter и Instagram. Это все кликабельно. Я все кликала. Я на Facebook присоединилась, естественно. Давайте перейдем к сбору. Да, еще, друзья, за регистрацию вот здесь поинты есть какие-то у нас. И за регистрацию нам дают 500 вот этих монет. И обратите внимание, я навела мышкой вот этих 700 монет, поинтов, вот равно 7 центов USD. Вот. Потом будем разбираться, что с ними делать. Ну, ладно, давайте перейдем к сбору. Значит, Earn, Crypto Faucet. И у нас здесь биткоин, лайткоин, догикоин. Сбор каждые 5 минут. Давайте перейдем, что мы будем собирать. И вот здесь сколько нам дают. Так, 24%, 20%, 18%, 17%. В общем, тут как бы написано. Ну, биткоин, да? Так, нажму я биткоин. И биткоин фаусет. Видите, написано. Давайте приступим к сбору. Нажимаю на вкладочку вот на эту. Возвращаюсь. Степ 1. Спасибо. Так написано. И нужно разгадать капчу. Здесь почему я как бы не стала собирать? Мне было не пройти как бы капчу. Вот это первая капча. Здесь ее, оказывается, можно менять. На рекапчу и Solve Medio. Сейчас посмотрим. Я перенесла его, просто этот экран, на другой браузер. И сейчас я проверю, пройду я эту капчу или нет. Вот видите, вот здесь мне было не пройти. Почему? У меня вот видите, она опускается. И мне ее было не пройти. Давайте я поменяю капчу тогда.
Попробуем рекапчу. И вот мне вот эту... Поэтому я как бы... Рекапчу тоже что-то тупит. Придется соль в медиум. Для этого надо английский язык включать. Ага, есть. Так, автомобиль. Подтвердить. Все. Ну, надо еще антибот. Антибот здесь мы разгадываем как? Нужно кликнуть на значок, где одинаково. Вот видите, у меня вот этот одинаковый значок и вот этот. Кликаем на один из значков. Возвращаюсь. Жду 3 секунды. Get reward. Жмем. Так. И идет отсчет времени. Каждые 5 минут мы собираем. Что мне здесь дали? Здесь не написано даже, что мне дали. 13. Нет, давайте перейдем на Faucet Pay и посмотрим. Я обновляю страничку. Перезагрузить. Сейчас страничка загрузится. И нет ничего. Странно. Давайте-ка вернемся. Ладно, лайткоин. Может, надо сразу вместе их собрать? Нет. Ну, сейчас проверим. Вот здесь вот поинты у меня уже появилось. Так, капчу сейчас разгадаю. Опять эта капча. Братская, надо поменять. Давайте на сухую медиум. Сейчас свет. И жму на антибот. Опять говорят 3 секунды подождать. Get reward. Так, и 2000 на... Так, на Faucet Pay вот отправлено. Теперь... Ага, у меня почему-то... Ладно, давайте... Перейдем на Faucet Pay все-таки. Я хочу все-таки посмотреть, почему у меня нет зачета. Угу, есть зачет Litecoin. Вот крипто. Алло, ТС, вот это. И мне дали 20 339 лайткоинов. Это есть зачет. Давайте Dogecoin посмотрим. Потом все-таки биткоин. Здесь вот отсчет идет тоже времени. На 5 степ. Может, я что-то не так сделала. Жмем. Так, нужно изменить сразу капчу. Солевый медиум. Это подойдет. Эхо.
и жмем мы куда? Что мы тут выбираем? Вот карточка. Опять 3 секунды ждем. Get reward. И что у нас? Вот такая сумма 0.63 Dogecoin. Я считаю, это неплохо. Перезагружаю страничку. Так, сейчас на... Опускаемся. Крипто. Айлот. Ну, вот этот кран. И вот они, доги. Прибыли. Так, иду опять я на кран. Я все-таки не знаю. Хочу посмотреть, почему мне вот не пришло биткоин. Вот здесь осталось 18 секунд. Сейчас я нажму на паузу, после продолжу. А здесь обратите внимание, вот здесь мне начислили не биткоин, а вот этих 13 монет крипто. Вот у меня было ровно 17, и у меня стало 13 ПТС вместо биткоина. Вот что мне начислили. Ладно, сейчас попробуем. Первый степ идет. Вот что мне начислили. Эти вкладочки можно удалить. Так, давай грузить быстрее. Подгружает. Сейчас посмотрим. Опять сейчас капчу разгадаем. Надо изменить ее сразу. Соливаем видео. Здесь вроде как адекватно. Ты... И убираем картинку. Вот видите, две одинаковых. Значит, жмем на одну из одинаковых картинок. И сейчас посмотрим, что мне дадут. Get reward. Ага, вот и дали мне 13 биткоин сатошиков. Видим, да? Значит, перезагружаю страничку. Загрузится. И вот опять этот кран, название этого крана, и 13 биткоин сатошиков мне пришло инстантом на Faucet Pay. Замечательно, как я сказала, платит инстантом. Далее партнерская ссылочка, опять наводим рядом с своим аватаром на галочку, идем так, реферал. И здесь будет находиться наша партнерская ссылочка. Как ее копировать? Просто кликаете на нее или вот так проводите, нажимаете, и она косится. Ну, вот так. Вот, копит. Видите, я кликнула на нее, она скопировалась. Так, далее что здесь? Аффервал. Я не хожу сюда, тоже не лезу видео. Ну, я только вот на кране. Крипто Faucet. Далее что, друзья, здесь также есть вот менюшечка реферал, help, там вопрос вот здесь, нажимаете на эту вкладочку и вас перебросит на следующую страничку, будут находиться вопросы-ответы. Можно перевести это все на русский и прочитать. Грустная страничка. И по, как бы, кран довольно-таки интересный. Так, приступаю к работе 6 статей. Мой аккаунт, промокод. Здесь еще можно вставлять промокоды, прочтете. Про рефералы, награды, опросы и предложения, и видео. Вот, также это все можно прочесть. Переводите на русский. Вот я перевела. И читаем.
На этом все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, мне интересно, проходим мимо. До новых встреч.